Прямые попадания. Вот у меня в руках снаряд, вернее, осколок от снаряда, как раз таки показывающая принадлежность натовского образца. Вот. Более 5 снарядов попало вот в эту центральную часть. То есть вы видите, разрушена очень сильно, пострадала гостиница, разрушен ресторанный комплекс, многоквартирных домов до десятка, 2 детских сада, люди гражданские ранены. Я думаю, что вам подтвердят уже конкретику, то есть совершенно... Ориентировочно в 2 часа ночи было выпущено 8 ракет по мирному городу. 2 были предварительно из РСЗО «Ураган» для отвлечения ПВО. И после этого полный пакет из РСЗО «Хаймерс». И вообще непонятно, что оно как бахнуло сильно. У меня все двери повлетали там, ну, как просто хлопком. Окна? Да, окна. А потом слышу, 5 часов тут вышла я. Думаю, ну, это самое, не спали просто. Вышла, вот что видно. Сегодня ночью обстреляли. Вы же видели? Да. Перед этим тоже обстреляли. Обстреливают. Ну, а сейчас уже очень сильно что-то. Ну, надеемся. Не думаете уезжать? Переезжать? Думаю. Настаивают родные. Я родилась. Настаивают. Особенно после сегодняшней ночи обстрела. Они категорично сказали, чтобы поезжала. Ну, я креплюсь, держусь. Надеюсь, что все-таки будет у нас хотя бы свет и вода.